Добрый день, уважаемые друзья, подписчики. С вами компания «Кровмонтаж» и я, Мороз Алексей. Хорошая погода, солнечная, а мы продолжаем делать кровлю. Сегодня мы покажем вам монтаж цементно-песчаной черепицы «Балтик Тайл». Я думаю, это видео будет интересно для вас тем, что черепица «Балтик Тайл» российского производства. Производится она в Петербурге. Это первый завод по цементно-песчаной черепице в России. Производят там на импортном оборудовании шведского производства по шведским технологиям. Произведем сравнительный обзор этого материала, сравнительное соотношение с черепицей БРАС. Я ее взял с собой. В чем отличие, какие есть плюсы, минусы. Сравним по стоимости, по качеству кровельного материала и стоит ли присмотреться к данному материалу, использовать на ваших крышах. Сразу хочу сказать, чтобы вы не испытывали эйфорию по поводу черепицы Baltic Tile. У нее также есть свои достоинства, но и мелкие огрехи, которые мы подметили. Например, видите, это вот видно заводской брак. Такая микротрещина, и уже наша компания не может ее использовать на скате кровли. Эту черепицу следует отложить в сторону. Либо она пойдет на резку для дополнительных элементов, ендов, примыканий. Второй аспект. Все-таки у Baltic Tile большее процентное соотношение боя. Вообще допускается соотношение боя там в районе 2-3%. Разгружая поддоны, мы заметили, что все-таки у Baltic Tile немножко побольше колотые черепицы. На Baltic Tile попадаются вот такие, видите, из такого же материала композита. Капля приклеилась, ее надо либо металлической линейкой счищать, либо молоточком удалять. Еще хуже, если вот такие дефекты расположены в этих желобках, мешают следующей черепице четко сесть в паз. Да, это удаляется, но тем не менее момент такой есть. Если вы внимательно посмотрите на черепицу БРАС, стыковочные желобки, явно видно, что они поглубже. Две канавки, и здесь отбортовка исполнена. Она не дает водичке перескочить на следующую канавку. То в Baltic Tile они значительно поменьше, и вот этой отбортовочки, как в БРАС, здесь нет. То есть, если крыша ниже 12 градусов, то производитель не рекомендует использовать данный материал. Все равно этот материал имеет право на жизнь. Мы на нашем объекте используем структуру черепицы «Морская волна», играет цвет с переливом. Цементно-песчаная черепица производится из композитного материала, плюс цемент и специальный пигмент, который придает черепице краску. И все это прессуется в пресс-формах под давлением. Черепица БРАС ничем практически не отличается от Baltic Tile. Можно использовать и ту, и другую. Конечно же, цена. Эта черепица дешевле БРАС. Да, это точно. И все доборные элементы в Baltic Tile намного дешевле, чем БРАСовские. Коньковые, торцовые, коньковый элемент. Боковой элемент прикручивается на фронтоны, на боковые части кровли. Доборные элементы особенно выгодны. Отечественный производитель, естественно, он дешевле БРАС. Черепица БРАС на квадратный метр используется 10 штук. А черепица Baltic Tile на квадратный метр используется 9 штук. Наш клиент остановился на этой черепице, исходя из критериев ее стоимости. А теперь переместимся на крышу. Сравним черепицу БРАС импортную с нашим отечественным аналогом. Итак, дорогие друзья, при всех плюсах и минусах, которые я постарался вам озвучить, Baltic Tile черепица вполне достойный материал, его можно использовать, что называется по товару и цена. Особенно мне нравится вот эта морская волна структура, где гуляет цвет, он придает какую-то фишку, вполне достойный цвет. Производить монтаж цементно-песчаной черепицы любой нужно на бруски с определенным шагом, выверенным. По осям размеряем обрешетку по 35 сантиметров, потому что черепица имеет определенный шаг 35 сантиметров. Вот этот зубчик, зубчики этой черепицы, будут упираться в этот брусок и не съезжать. И следующий ряд, и два боковых, будет удерживать эту черепицу своим весом. И она с этого места никуда не денется. Мембрана у нас Тайвик. Мембрану мы обязательно проклеиваем специальными скотчами этого же производителя Тайвик. В области дымохода, например, мансардных окон, мембрана имеет разрывы. Мы проклеиваем фольгированным скотчем, специальным строительным феном. Заводим на дымоход и проклеиваем специально. Не дай бог, здесь какие-то протечки или конденсат. Это должно выводить воду по сторонам.
А наш клиент-то не поскупился, сделал флюгарку из меди. Сделал ее правильно и хорошим выбором. Медь наиболее долговечный материал, а здесь агрессивная среда. Здесь печка бани, и постоянно будет здесь конденсировать и нагреваться металл. Медь долго прослужит. Брусок для продыха, вот здесь будет проходить циркуляция воздуха, засасываться на карнизе, а теплый воздух будет подниматься и выветриваться на коньке. Обрешетку надо перемерить сначала скат, обязательно по длине, выверить размер определенный, чтобы конечная черепица под конек подходила в определенной точке. Если вы будете только по 35 сантиметров набивать брусок, черепица может прийти таким образом, вам придется резать черепицу, насверливать дополнительные отверстия, крутить. Как вы видите, кровельные работы вполне можно производить. По Балтиктайлу смело можно ходить. Алексей своим весом спокойно ходит. Леш, попрыгай. Нет, прыгать я не буду. Перейдем к дальнейшему устройству мансардной кровли. Пароизоляцию мы уже сделали, утеплили. Мембрану мы используем Тайвик компании Дёркин. Тайвик Софт. Стыки проклеиваются. Мембрана клеится на капельник конденсата. Он уже работает, потому что когда ребята производили монтаж черепицы, шел снег. Все-таки остаточный снег оставался между обрешеткой. Он реально работает, уже мембрана выводит его за края крыши. Все доборные металлические элементы мы используем компанией Руки. Металлическое покрытие покрашенное. Пурал. У него гарантия 25 лет на коррозию. Далее устанавливается на мембрану брусок 50 на 50 для проветривания мансардной кровли. Обязательно. Вот в этом месте будет происходить вентиляция кровли. И на коньке, на самом коньке будет выходить теплый воздух. Так мы обеспечиваем полную циркуляцию подкровельного пространства. Для этого нужен сквозняк. Карниз плюс конек. Декорируем этот зазор специальной вентиляционной лентой ПВХ. Водосточная система на нашем объекте мы исполнили таким образом. В центре кровли находится высокая точка водосточной системы и спускается на две стороны с зазором 2 сантиметра, то есть под уклон. И две водосточные трубы будут находиться на одном краю крыши и на другом. Точно так же с другой стороны. Давайте, друзья, глянем на черепицу Baltic Tile, как она уложена на кровле. Вот эти два ребрышка, на одной и на верх лежащей тоже расположены два ребрышка. Они укладываются таким образом в пазы. В воде, чтобы перейти, попасть вовнутрь кровли, нужно перейти два препятствия. Два вот этих желобка. Для начала монтажа любой черепицы, в принципе, закручивается пластиковый элемент вентиляционный с ресничками. Видна структура ресничек, чтобы туда птички не проникали и насекомые. Она тоже имеет эффект продувания крыши. Нужна для того, чтобы приподнять нашу черепицу на 2,5 сантиметра. Потому что черепица имеет ступеньку через каждые 35 сантиметров. Еще одна особенность черепицы Baltic Tile, в отличие от Brass, то, что она не может, нет зазора для вытягивания или сокращения самого кровельного материала. У Brass есть возможность. За счет чего? Вот в этих пазах есть люфт 3 мм у браса, и как бы она гуляет в этом месте. На 10 метрах по скату, по длине, можно 10 сантиметров либо увеличить, либо сузить. Baltic Tile такой возможностью не обладает, поэтому нам пришлось резать на одном фронтоне черепицу. Все плитки по краю пришлось немножко обрезать. У нашего клиента это баня, и кровля здесь мансардного типа. Кровлю нужно утеплять согласно технологиям. Мансардная кровля не прощает ошибок, будет появляться конденсат. Уделять технологиям нужно особое внимание. Наша компания использовала пароизоляцию Utafol H110, натягивала пароизоляцию по низу стропил с обязательной проклейкой стыков, специальным скотчем Tyvek. Утепление у нас составляет 200 мм. 4 слоя утеплителя Rockwell Light Buds с плотностью 35, с перекладкой стыков в шахматном порядке, чтобы не образовывалось мостиков холода. Сопряжение пароизоляционной пленки с фронтонами или со стенами дома обязательно тоже нужно проклеивать специальным скотчем. Коллега, подай скотч. Спасибо. Специальный скотч состоит из материала на битумной основе, а держит это все фольгированный материал, состоящий из алюминия. Он не дает битуму растекаться или трескаться со временем. Металлическая основа гибкая, повторяет все углы формы. Так как у нас структура дома бревенчатого, она полукруглая, имеет впадины, с легкостью это все повторяет. Защитную пленку нужно удалять. В зимних условиях обязательно нужно пользоваться феном и нагревать. Этот скотч легко повторяет контуры бревна. С помощью фена он приклеится очень хорошо. В этих стыках тепло будет уходить и образовывать конденсат в самом пироге. Обязательно все эти моменты нужно
хорошо проклеивать. Таким образом, пароизоляция будет проклеена по всему периметру. В наших видео мы производим всегда объективный обзор всех кровельных материалов, с которыми нам приходится работать. Но выбор, конечно, всегда за вами. Мы сегодня рассмотрели плюсы и минусы черепицы цементно-песчаной Baltic Tile. Надеюсь, наше видео было для вас познавательным и интересным. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Удачи, пока!